все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В воскресенье в Самарской области пасмурно и снег, днем минус 5, минус 7 градусов, ночью 6-8 ниже 0, ветер юго-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо и снег, днем минус 5, ночью минус 6 градусов, юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде снега, температура воздуха днем минус 5 градусов, ночью 6 с минусом, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, к вечеру пойдет снег, днем минус 6 градусов, ночью 8 ниже 0, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 87%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.